За круглым столом учителя обсудили успеваемость учеников 9-11 классов, а именно их умение работать с большим объемом информации. Участники встречи – педагоги разных школ города, заместители директоров по научной, учебной и методической работе, а также специалисты управления образования. Цель нашего круглого стола в том, чтобы обсудить возможности использования инструмента по оценке информационно-коммуникационной компетентности для выработки решений по внедрению информационно-коммуникационных технологий на уровне школы и, скажем, для повышения результата обучения школьников. На встрече специалисты управления образования представили данные мониторинга по информационно-коммуникационной успеваемости учащихся. По результатам этого исследования лидируют первая и четвертая школы.